последние дни летних каникул девочки не сидят дома одни. Они общаются со сверстницами и получают новый жизненный опыт. На этой неделе для них в Ульяновской мечети проходят исламские курсы. Мы к этому лагерю смогли к семинару привлечь высококвалифицированных преподавателей, которые имеют педагогическое и религиозное образование. И в эти течение 7 дней, я думаю, они попытаются в полной мере воспитать наших сестрах, дочерях, внучках все принципы и ценности ислама, которые они смогут применить в своей практической жизни. С 9 утра и до 4 часов вечера девочки проводят время вместе с преподавателями. Педагоги рассказывают детям об основах ислама, нравственных качествах и нормах поведения мусульманки в семье и обществе. Также проводятся внеклассные кружки и дружественные беседы. У нас идут уроки, 4 урока. Между ними чаепитие, после обеденные занятия, конкурсы, состязания, игры с сестрами-мусульманками. Сейчас посещают у нас 35 человек. Учатся дети с интересом, а на переменах и во второй половине дня общаются с подругами. После занятий в классе старшие воспитатели организуют для учащихся подвижные командные игры на улице. Они очень активные, поэтому приходится придумывать им какие-то спортивные игры. Мы в игровой форме пытаемся донести до них знания о нашем пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Несомненно, эта познавательная летняя неделя пройдет для девочек с пользой. С собой они унесут приятные воспоминания от общения и новые знания, необходимые в повседневной жизни. Расим Заитов, Юрий Конихин. Специально для Нур-ТВ.